Погнали слушать следующий трек, а прежде чем мы начнем, конечно же, я вам скажу про то, что у нас есть Telegram, да, и прочие ссылочки, которые вы сейчас видите на экране, которые есть внизу, вы можете по ним кликнуть, перейти, но обязательно нужно подписаться на Телегу, чтобы оставаться в курсе всех событий канала, чтобы участвовать в обсуждениях, понимать, что вообще происходит, ну и, конечно же, знать, когда стримы, когда они начинаются, это все там, чтобы не потеряться, подписывайся, все остальное, это опционально, справа плейлисты, слева бусти, да, заходи, чекай, слушай, кайфуй, наслаждайся контентом. Погнали. Последний релиз Скрипа не заходит. Ну, не-не-не, альбомы были очень крутые, треки тоже заебись, но вот этот, это что-то, короче, сомнительно, но как бы окей. Дятел Вуди, N-Type, produced by YG SZA. Damn, кто такой? Produced that makes beats on YouTube and for famous rappers. Damn, ну все сразу стало понятно. К сожалению, альбом N-Type мы пропустили в том году, все замашнили в чате, никто этого не захотел, поэтому окей. Что он предлагает нам в 2024 году? Ну, во-первых, обложка отличается от того, что лежит на площадках, насколько я понимаю, да? Мы тут видим самого N-Type, который с камерой гонится за дятлом Вуди, у которого мешок с бабками. На площадках, соответственно, только N-Type, который... А, это не камера, извините, это пистолет с прицелом. Damn it. А, ну и камера тоже присутствует. Он все это снимает, да, хендкам видео. Жестко, жестко. Что-то мрачное как будто должно быть, да? Мрачное звучание от N-Type? Интересно. Давайте заценим. Про трек что-нибудь написано? Про трек ничего не написано, клипа нет. Let's go слушать, что это такое. Блядь, damn it, bro, yes, let's go. Да, 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 да. Я знаю, как зовут тебя на худи. Он стучит, а значит дятел Вуди. Со мной, братишка, с волсом дети пули. Тебя снесет, мы типа ветер дуем. Захожу в клуб, мои псы, ловим их взгляд, броник пули. Мы у микро, bitches like me. Со мной ща, бэй, у нее есть муж. Я типа вака, флака, флейм. Важна семья и братья нахуй фейм. Ушел с дерьма на рэке каждый день. Пау, 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 пау. Смешно рыба кричит, у него гейм. Возьму за жопу, разбежался гейм. Придурок, ты в России, будь умней. Я знаю старших, кто делал так. О чем ты пень в треках читал? Те, кто реал, делал свой мув. Будет молчать, будет молчать. Еду на худ, это чекпоинт. Рэп игра, бой, а N-Type бой. Кэш убегает, мы его ловим. Слышу их рэп, че за помой? Я продолжаю, каждый свой новый день я дорожаю. Много работал, я рад урожаю. Я многодетная, демки рожаю. Горячая кровь, бро, я типа южань. Бро, это Москва, и мы в клуб выезжаем. Валим под водой, называй калашами. Любим бабки, пожилых уважаем. У меня свой круг, еду на квадрат. Я залетал в клуб, чтоб сыро собрать. У меня свой круг, еду на квадрат. Я залетал в клуб, чтоб сыро собрать. У меня свой круг, еду на квадрат. Я чтоб все разобрать. У меня свой круг, еду на квадрат. Я залетал в клуб, чтоб все разобрать. Больше сыра, больше крыс, бро. Больше сыра, больше крыс, бро. Больше сыра, больше крыс, бро. Бро, 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 бро. Дроп будет? Ебать! Хорош! Опять, сука, опять харизма и с техникой перекрывает вообще любые какие-то недостатки. Огромный молодец. Это не тот N-Type. Это вообще не тот N-Type, который был в том году. Что-то новое предлагает, да, новый виточек. Развивается пацан, развивается, парень молодец, красава, красава, хорошо, мрачное звучание пошло, да? Хорош, хорош, по строчкам, конечно, бля, угарная тема, прям, бля, молодец, на худи, вуди, да, бля, ебать. Не будьте с ничами, бро. Со мной братишка ствол, с ним дети пули, дэм, тебя несет, типа, ветер дуем, захожу в губы, назыв, уф, bulletproof. У микро бичес лайк мув. Он со мной бэй, у него есть муж. Брик сквад. Дэм, какие, блядь, бэки у него всегда крутые, ебать. Вака флака флейм, блядь. Нахуй фэм, ушел с дерьма на рэке каждый день. Ушел с дерьма на рэке каждый день. Ушел с дерьма, ушел с дерьма, ушел с дерьма. Связано это как-то с Bugatti Music или нет? Хрен его знает. Но вроде как Bugatti Music числится, да, как владельцы. Прав? Хуй знает. Хуй знает. Смешной рыбачок кричит, у него гэнг. Возьму жопу, разбежался гэнг.
Ребенок, ты в России, будь умнее, знаешь где? Вот так, о чем не кричишь, так читал, ты читал, да, рэп-игра бой, от N-Type воин. Хорош, бро, хорош, конечно, убегает, мы его ловим, слышу их рэп. Че за помой? Нормально, нормально. Хорошо, дал развитие, да? Вот это не куплет, это скорее бридж. Это предприпевчик, да? Припев сам по-другому, звучит очень приятно. Эйры, мое уважение, очень хорошо, больше сыра, да, в конце дроп. Все очень приятно звучит, дэм, прям вот с самого начала бита очень приятное музло. Продюсер красава. YG Cesar. Дэм, дэм. Бра. Я знаю, как зовут тебя на худи. Он стучит, а значит дятел Вуди. Со мной, братишка, стол, дети пули. Тебя снесет, мы типа ветер дуем. Захожу в клуб, мои псы, ловим их взгляд, броник пули. Бруэй у микро, бич и слайд. Со мной щап, бэй, у нее есть муж. Бро, я типа вака, флака, флейм. Важна семья и братья, нахуй фейм. Шел с дерьма на рэке каждый день. Пау, пау, пау. Смешно рыбак кричит, у него гейм. Возьму за жопу, разбежался гейм. Придурок, ты в России, будь умней. Я знаю старших, кто делал так. О чем ты пень треках читал? Те, кто реал, пень, делал блядь, свой мув. Будет молчать, будет молчать. Еду на худ, это чекпоинт. Рэп игра бой, I'm type boy. Хэш убегает, мы его ловим. Слышу их рэп, че за помой. Я продолжаю, каждый свой новый день я дорожаю. Много работал, я рад урожаю. Я многодетная, демки рожаю. Горячая кровь, бро, я типа южай. Бро, это Москва, и мы в клуб выезжаем. Палим под водой, называй калашай. Любим бабки, пожилых уважаем. У меня свой круг, еду на квадрат. Я залетал в клуб, чтоб сыра собрать. У меня свой круг, еду на квадрат. Я залетал в клуб, чтоб сыра собрать. У меня свой круг. Круг, еду на квадрат, я залетал в клуб, чтоб все разобрать. У меня свой круг, еду на квадрат, я залетал в клуб, чтоб все разобрать. Короче, гуд, супер гуд, к нам в плейлист отлетела годная дерьмишка, да. Чё там? Скорее Морген, вуф, я вспомнил про эпишку Вульфа, Умси, наверное, волна, разъеб, ебейший трек, он еще в Bugatti Music. Да вот непонятно, вроде как права принадлежат, да и весь вуф охуенный. Непонятно пока сейчас Bugatti Music, то есть правами вроде как владеют, тут написано, что копирайтинг, типа лейбл, вся хуйня Bugatti Music, но как-то странно, вроде как они эту историю закрыли, но пока непонятно, что происходит. И тем более, я думаю, что N-Type нужно, блядь, валить с Bugatti Music, потому что какое-то дерьмишко там намечается. Ну, то есть, что-то, блядь, какое-то непонятные какие-то движухи, да, ему нужно как-то ближе к Моргену все-таки оставаться, как по мне. И я надеюсь, что вот тот его не кинет, потому что, ну, типа, он начал, по сути, с ним. И с ним же, мне кажется, ему еще нужно еще подвигаться, годик вот этот, да, чтобы прокачаться немножечко в плане медийки. И да, и вполне возможно, в скором времени парень будет, блядь, вообще разрывать. То есть сейчас-то он, блядь, просто на невероятном уровне. То, что он показывает, какой прогресс, это просто охуеть. Но, блядь, то, что в будущем, если он продолжит, а я верю, что он продолжит, я хочу в это верить, я прям, блядь. Морген сказал, что все норм, просто Арут ушел. А, ну тогда базару ноль. Если вот так, тогда я думаю норм. Я просто думал, что Морген ушел. А, типа, оставил все, типа, вот так. А если именно Арут ушел, то тогда базару ноль. Но, опять же, там, типа, непонятная же движуха, как это все будет продолжаться без Арута. С точки зрения финансирования. То есть, это же ебейшие должны быть бабки. А вроде как именно Арут этим занимался, если это все true. Но, скорее всего, это, конечно, да. Морген уже закрыли въезд. Да, я кусочек с того видео видел, целиком еще не посмотрел. Неприятная ситуация, считаю, что это неправильно. Моргенштерн у нас, конечно, иностранный агент, да, вы должны это понимать, но все же. В Дубай нельзя, да, но надеюсь, что можно будет, это просто какая-то... Это, знаете, ну, была какая-то бюрократическая спешка. Я в тот день еще не понял, что за хуйня происходит. Поэтому желаем пацанам, чтобы у них все было хорошо. Да, и чтобы они качали нас крутыми треками. Спасибо большое, N-Type, было охуенно, добавил к нам в плейлист, кайфуем. Да, охуенно.